Летом праздники на открытом воздухе пользуются особой популярностью. Набережная Купеленки – прекрасное место для проведения интересных мероприятий. В этом убедились организаторы фестиваля танца. Идею поддержал территориальный отдел «Видное 6-й микрорайон» и администрация округа. Сегодня праздник, праздник танца, праздник хорошего настроения. Больше всего приятно то, что праздник этот организован нашими жителями. Буквально рождающийся сегодня парк Купеленка, городской муниципальный парк Купеленка, вот здесь, где мы с вами сегодня и сейчас, он будет развиваться, он будет разрастаться, он будет наполняться вашими интересами. Для гостей праздника преподаватели танцевальных школ округа подготовили многочисленные мастер-классы. Любой желающий мог попробовать себя в хип-хопе, джаз-фанке, восточном танце, а также погрузиться в мир зажигательной сальсы и чувственной бачаты. Хореограф Ольга Петрова отмечает, что в микрорайоне очень много жителей, которые любят танцевать. Вообще счастлива, что у нас есть такие площадки в городе, где мы можем развивать эти направления. И вообще общество должно общаться, оно должно встречаться, должно заниматься какими-то активностями, устраивать такие суперские фестивали. Фестиваль собрал более сотни местных жителей, и многие признавались, что с удовольствием посещают подобные праздники и с нетерпением ждут, когда будет следующий. Очень интересный фестиваль. У меня дети занимаются танцами уже, и поэтому нам очень интересно. А юные посетители фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах по плетению косичек и росписи морских камней на тему «Как я провел лето», а также проявить фантазию и нарисовать любимый танец. Наталья Буслаева, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».